Ну что? Смотри, нормально. Так как хочется, не зацепить. Ну, как всегда. Чудес же на свете, не бывает? Бывает, бывает, что бывает. Сейчас. Да, получится. Да нет, вот эта часть, которую мы с тобой распределили. И она. Видишь, как она. Все, у тебя уже получилось, видишь? Где вот он? Не совсем. А у тебя есть его держать еще? Да. Ты вот этим подворачивай, а его держать им выбираем и сразу следующее подворачиваем, чтобы она назад не успевала ускользнуть. Которую мы отпилили. Да. Ну ничего. Ничего. А может быть. А нет, туда заглубить, потом херово вытащить. А потом не вытащить будет. Да, лучше его все-таки пытаться ротацию такую делать. Подожди, я попробую пойти от обратного. Его надо взять за нижнее основание и вот так туда повести. Туда? Давай, да. Алло. Галя, не, неудобно, я тут стою на коленях, лежит медведь в наркозе, давайте потом. Ну что? Да, не схватить его, что ли. Подожди, давай. Ну, давай, попробуй туда заведи. Значит, ага. Я вам не бью по голове ее вот, нет. Ручонкой своей. Там не 3 сантиметра, не знаю. Блять, это... извините. Я сам французский. А что если его наоборот туда попробовать повернуть? В ту сторону. Вот туда. То есть не, мы сейчас туда пытаемся, а если его в ту сторону попробовать? То есть вверх поднять и туда вроде перекинуть, наоборот. Ну, попробуем. Что нам не даст? Да. Вообще с тобой не нужно. Да. Крутить пробовать. Его как хотим, да? Все, что захочешь. Пока наркоз позволяет.